Вик, сегодня только 1 октября, уже два турнира прошло. Расскажи, как для тебя сложилось, чем довольна, чем недовольна? Ну, первый турнир у нас прошел всего 4 дня назад. Он сложился для меня удачнее, чем сейчас. Ну, проиграла за вход 8, совершенно не чувствовала бой. Не очень довольна своим выступлением на сегодня. А скажи, как готовилась к новому сезону? Ну, начался сезон у нас у всех 25 августа. Мы первый совместный сбор провели в Португалии. И с того, после приезда мы уже тренировались на озере Круглом с нашей командой сабельно, готовясь уже к выездам международным и к Кубку России. А какие у тебя планы на этот сезон? Какие задачи перед собой ставишь? Ну, я думаю, что у всех спортсменов в этом году одна задача, одна цель, одна мечта. Это, естественно, попасть на Олимпийские игры. Но к ней нужно идти планомерно в течение всего сезона. Поэтому 7 числа начинается. 7 числа мы улетаем на первые международные соревнования. И именно результат на международных соревнованиях уже будет нужен для того, чтобы отобраться на Олимпиаду. А ты довольна своими выступлениями в прошлом сезоне на международных этапах? Ну, как сезон был длинный, и в середине сезона у меня случилась травма, и были и хорошие выступления, и не очень хорошие. Ну, естественно, хотелось бы провести лучше этот сезон, чем прошлый. К сожалению, в том сезоне я не смогла попасть в команду. А расскажи просто, ты участвовала в Европейских играх, да? Тебе понравилось участие и довольна своим результатом? В личных соревнованиях мне не очень я довольна. В команде мы очень отчаянно сражались, заняли 3-е место. Вообще очень безумно понравилось там. Очень приятно встретили нас. Готовы были сделать все для российской команды. Очень понравилось, очень тепло было, хорошо. Спасибо большое, удачи тебе. Спасибо.